Добрый-добрый пятничный утро. Такая погодка. Всю ночь дождь пригарил. У нас металлокоп. Вот надо сдавать. Столько металла собрали. Вот металлом надо сдать. Доброе утро, Рыжик, сказал что тебе. Добрый-добрый-добрый. Вот у нас металлом. Сейчас грузоперевозка приедет. Увезем. Все проволоки, молоки, все. Подготовил, сейчас грузоперевозочка приедет. И металлчик сейчас дадим быстренько, пока дождик не напал сильный. Ну вот, сейчас подъедет наша грузоперевозка. Вот и друг подъехал. Грузоперевозка и прибыла. База едет. Собрали. Так, так, металлобаза, приехали, металл сдавать. Тут вон что металл еще лежит у них. Вот. Наша. Список цен получили. Здесь у нас медь стали, 2600, латунь, потом алюминий, из этих немного железа попалось, 7 килограммов, и вот 1470 кг сдали на такую сумму. Вот все отлично, чуть-чуть не потонули на 1,5 тонны, по 20 рублей железо.